Как для команды Раубичи протекает этот турнир? Вы сыграли уже сыграли уже 4 игры. Сейчас 4, да. 4 игры на сегодняшний день, да. 2 выиграли, 2 проиграли. То есть, ну, мы смотрим тоже, отслеживаем команду. Давно в Россию не приезжали. Вот, хотели себя показать, да, вас посмотреть. То есть, ну, интересно довольно-таки. Хорошие команды, турнир хорошего уровня. А как характеризуете игру, вот только что закончившуюся с Серебряными Львами? Что у вас, у вашей команды в первую очередь получилось, что удалось противопоставить Львам? Ну и за счет чего она выиграла? Ну, во-первых, получилось то, что на установке говорили, самоотдача полная, выполнение установки тренера. То есть это они сделали больше остроты, да. И сегодня лучше, чем в тех играх, допустим, мы где-то обостряли игру. Вот. Ну, Львы не смогли справиться. Хотя команда очень серьезная. Если бы мы где-то бы ошибались чуть побольше, я думаю, что счет был бы в другую сторону. А можете рассказать некую предысторию появления команды Раубичи, да, и что она сейчас себя представляет? Ну, это был только проект. Дело в том, что она была создана 3 года назад под руководством Андрея Владимировича Сташевича, это директора Раубич. Вот. Спасибо ему огромное, что дал возможность такую ребятам развиваться. Этот проект под сборной команды Беларуси. То есть там центр сборных команд у нас, если вы знаете. Мы еще не сборная команда, конечно, но костяк уже здесь заложен, в принципе. Долгосрочный проект, я считаю, что он оправдывает себя на сегодняшний день. Вы идете первыми, да, сейчас в первенстве в Беларуси здесь, среди юниоров? Да, мы играем по старшей возрастной группе, 6-7 год. Да. Вот, а мы 8-го, то есть мы идем на первом месте. Да. А подскажите, вообще, что дает вам, собственно, участие в первенстве над сеньорами? И второе, что вы видите вот по результатам вот этих 4 игр, для себя какие-то выводы сделали? Да, конечно. Что дает нам? Дело в том, что ребята уже готовы играть на более высоких скоростях, то есть они не теряют технические свои данные. Вот. Раньше бы рано было бы, честно говоря. На сегодняшний день они выполняют все то, что нужно. То есть это правомерно то, что мы выступаем по старшей возрастной группе. Потому что в прошлом году мы играли по своему возрасту, стали чемпионами заранее, там, за 2,5 месяца. То есть уже интерес пропал к этому делу. Что здесь мы видим, да, что мы вышли на очень хороший уровень. Я говорю, что серьезный такой турнир, вот, на хороший уровень. Мы, правда, приехали, тут болеют ребята у меня в эпидемии. Но дело-то не в этом. Вот. Ну, что, то есть проект себя оправдывает. Вот что я хотел сказать. А куда ребята по окончании Раубичи пойдут? Окончание Раубичи в следующем году это будет У-17. То есть часть ребят, которые не подойдут, потому что там еще играют в своих командах, не, ребята, которых мы еще не приглашали. Вот, часть пойдут по своим командам, а остальное все будет это, как у 17. Сборная, да, 17 лет. А комплектовать команду МХЛ? Динамо-шинник и юность? Ну, динамо-шинник и юность это будет комплектоваться после того, когда они будут 2 года. Они сыграют в Раубичах, пусть 17-18. Потом они комплектуются МХЛ, естественно, да. Это и юность, и шинник Бобруйск. Вот. А там уже их будут собирать под молодежную сборную. Ясно. Завтрашняя игра, она, скорее всего, будет игрой за 2-е, наверное, 3-е место, да? Завтрашний матч, 6-й. О, 5-й. Ну, наверное, я не считал, честно. Ну, да, наверное, говорили, что... Какой прогноз? Ну, я не знаю. Если мы будем выполнять так же, как сегодня, все нормально будет. То есть я не вижу никаких проблем. Все. Да, дело в том, что мы... самое главное, мы приехали сюда, чтобы наша игра была, ну, намного так практичнее, будем говорить. Не разбросано, как в детском хоккее, а более практично. Поэтому, ну, если выполнят, все будет нормально. Все, спасибо, удачи. Благодарю вас.